Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Меня зовут Акмарал, живу я в Атырау. Благодарю за такой волшебный микрофон, который сегодня мне доверили. Хочу немножко рассказать о себе. 23 года я замужем, я мама 5 детей, и последние 12 лет у меня мысли были о разводе. Жила я на очень сильных низких вибрациях, потому что было эмоциональное выгорание, дети, и мне всегда казалось, что мой муж, он меня не ценит, что он меня не благодарит, что я здесь дома как будто бы как какой-то робот бесплатный и так далее. Были где-то обиды на маму, потому что я всегда думала, что если бы мама меня в детстве не била, может быть, тогда я бы поменьше ходила к психологам. Может быть, я тогда бы была бы более адекватна. Я тогда не понимала, что со мной происходит, а это был путь к трансформации. Сейчас я благодарна всему тому, что со мной в моей жизни это происходило. У меня есть моя хорошая подруга, она живет в Стамбуле, ее зовут Мира. И она в начале июля, 3 июля, она мне сказала, я не знаю, что там происходит, но они все на каких-то высоких вибрациях. Я, говорит, с ними хожу, и с ними где-то я там участвую, я не могу тебе это объяснить, но ты должна попасть на марафон. 4 июля я попадаю на марафон, слушаю, смотрю. Я тот человек, который каждый день последние 3 года плакал. Я не могла выйти из депрессии, я чувствовала себя, что я какая-то неадекватная, я не понимала, что со мной происходит. И ту боль, которую я испытывала, я никому не пожелаю. На самом деле это было очень непросто выдерживать. Это было, когда тебя наизнанку выворачивает изнутри твоя же собственная боль на уровне тела. Просто как зомби. И попадаю я на марафон, смотрю, все улыбаются, все смеются. Я говорю, а что такое бывает? А что за упражнение? Я тоже хочу так улыбаться, я тоже хочу так смеяться. Потом мне немножко объяснили, что, возможно, мне нужно пройти уроки. Окей, я оплачиваю интеллект тренера, сижу, жду, когда же будут уроки. Получается, что все уехали в Анталию на ретрит, я жду, когда же эти уроки начнутся. Месяц ждала, через месяц, 2 июля, наконец-то я попала на группу под руководством Айше Ханум, начала проходить эти уроки, и на второй день буквально я лежала пластом, я не могла встать, у меня такая трансформация была, что когда тебе говорят, улыбайся, 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 смейся, улыбайся, а я не могла, я не разрешала себе смеяться, не разрешала себе улыбаться. Потому что я говорила, как это так? Мне же больно, как я буду улыбаться. И на самом деле на тот момент я замечала, что те люди, которые от души смеются и улыбаются, они меня, честно сказать, раздражали. Потому что я такая, ну как это так вот? Просто улыбаться так невозможно. Это нужно такое внутреннее счастье иметь. И на второй день, когда я задание сдавала немножко с опозданием, на второй день я научилась смеяться, научилась улыбаться. Мне всегда начала помогать вот эта вот резинка, которую я, без которой я жить не могу. Я полностью сфокусировалась на себе. Если я раньше говорила, вот мой муж меня не благодарит, он там всегда стоит спиной ко мне, к детям. Я там... Он где-то меня недопонимает, там мама не понимает, подружки где-то не понимают и так далее, то здесь полностью весь фокус я обратила на себя. Я начала мыслить, прислушиваться к каждому своему шагу, прислушиваться к каждому моменту, как я поступаю там. И за счет этого я начала видеть в себе столько положительных моментов. Я начала себя хвалить, я начала раскрывать свои внутренние таланты. У меня постепенно начала появляться моя сверхцель, для чего я живу. Я начала благодарить все свои боли, которые в моей жизни были. И у меня все пазлы в голове состыковались того, что на самом деле все, что со мной в моей жизни происходило, это все не зря. И я за все сейчас начала благодарить всех людей, которые меня где-то триггерили. Это все было для того, чтобы я пришла именно к этому состоянию сейчас. И вот так суперджамп ворвался в мою жизнь. Второй день, третий день у нас почему-то вот каким-то волшебным образом восстановились отношения в семье. Они были, знаете, настолько чистыми, настолько правильными, настолько экологически чистыми, что мы пошли в ресторан, и все отложили свои телефоны, и мы друг друга слушали взахлеб.
то состояние, которое я ждала много лет, но оно пришло именно вот после вот прохождения уроков, буквально на третий день. И с тех пор я говорю, как это так? Вот столько вот ходить в таком состоянии и сразу получать вот эти результаты, даже если это будет бесплатно, я буду об этом говорить всем людям. Я начала об этом рассказывать всем людям, потому что много мое окружение, они видели, в каком я была состоянии, и они говорили, у тебя сейчас и голос поменялся, ты начала быстрее говорить, у тебя какая-то жизнь появилась внутри. И на самом деле жизнь начала меняться. Муж постоянно говорит комплименты сейчас. Мы ходили на мероприятие на тот день, когда мы проходили «Осанка королевы», и он говорил, ты самая красивая в этом зале, представляешь, мне так повезло, что ты именно моя жена, и я сейчас все буду делать для тебя, я от тебя ни на шаг не отойду, вдруг тебе нужна будет моя помощь. Представляете, 23 года я ждала этих слов, и я эти слова начала получать. Сейчас моя мама на меня смотрит и говорит, в тебе столько потенциала, и я говорю, наконец-то, я, говорит, ждала, что ты когда-то где-то найдешь что-то такое, чтобы ты потом свое предназначение нашла. Я говорю, мама, я нашла свое предназначение, это рассказывать людям про эти волшебные чудо-упражнения. Я благодарна Айше Ханум, что я попала в ее наставничество, потому что благодаря ей я много чему учусь. Каждый урок, каждый день, когда мы проходим с тренерами, и после этого, когда Айше Ханум его закрепляет, дает под итог, она прям до каждой клеточки нашего тела, она доносит, как эти упражнения, как правильно осознать эти упражнения. И я многие слова ее записываю. Я завела большую тетрадь А4. И каждый раз пишу, пишу, пишу. Я много чего узнаю. У меня сейчас сознание расширяется с каждым разом. И я просто не знаю, как это описать. И вот иногда даже бывали моменты, когда эти уроки закончились 12 числа. После этого я приехала отдыхать в другой город к родителям. Когда какие-то маленькие чуть-чуть вот мысли появляются, потому что трансформация, она же не сразу бывает. Один звонок Айше Ханум, пару слов с ней поговорить, услышать ее голос, и все, я сразу в строю. Вот это вот ощущение, и она прямо сейчас мне заменяет огромного, как будто она проводник меня и между мной и Богом. Вот. Поэтому я сейчас благодарна всем, что сейчас я состою именно в этой огромной шикарной ассоциации позитивных людей, людей-миллионеров, людей, которые сейчас меняют, очищают планету Земля от низких вибраций. Это такой огромный посыл, это такое предназначение.